Вообще стих без названия. И он даже не помнит то, что это он написал. Я ему, наверное, полдня доказывал то, что это его стихи. Потом он все-таки согласился. Я ее позвал «Тернистый путь». Вот как-то так. Потому что там есть такая строчка. Леша. Алексей. Тебя ждут люди. Леха умеет затормозить процесс. Как всегда, вовремя. Ну ладно, давай без него начнем. В принципе, он тут, но его нет. Ну,
можно вопрос? Ну, вот эти всяких гранжевых соло там обычно как? Чёрс, верс, чёрс, да? И когда он застревает на одном ладу, тогда получается соло. Это в электронщине все. Не, ну а почему сейчас не так? Неудобно. И то, что я, блин, реально без сил практически. Обычно поэтому его соло разбавляется на барабанах. То есть он играет одну ноту или три. Не, а попробуйте. Ради интереса, вот соло. Чисто соло. Ну, просто... Не-не-не, потом, потом. Ты помнишь прятки? Я помню, но они сейчас звучат. С чего ты взял? Да потому что я знаю, я пробовал. Может, там блин партия все идет без тарелки. Там на шуму идет все. Ну, это 30 секунд. Не-не-не-не, там потом. Будет. Да мы уже заканчиваем. Чего ж поделаешь? А с целиками, со всеми делами, это в два раза дольше будет. Ну это да. Но я тебе говорю, что когда электронщина будет, там все это будет. Оно все готово, но... Это как бы намек на то, чтобы вот, можно приехать там на наш концерт, когда будем электронные покупать. Когда. В электронном варианте вся вот эта музыка, которую мы сейчас играем, она намного более живая, более интересная. Она разнообразнее. Она поэтому она и готовилась так. Под электронным. У вас записи есть или ВКонтакте? Да, ВКонтакте есть записи. Надо ссылочку делать. Да нет, где тут записи? Ты что, это старые записи? От новой делаются. Все, а новые вот делаются. Прямо здесь. Новые делаются, они в акустике делаются. А в электронщине это звучит все намного круче, намного интереснее, забавнее, веселее. Под это даже иногда можно слэмиться. А концерты? Пока нет, потом. Сейчас ищем варианты. В принципе, года 4 или лет 5 назад мы с Леонидом уже собирали коллектив, играли подобную музыку, но у нас тогда нас было двое всего в коллективе. Да. То есть он на гитаре и пел, а я был на барабанах. Потом присоединился мой друг, который играл на басу и поправлял волосы одновременно. Вот. У нас был первый концерт спустя полтора месяца после основания группы. Ничего себе, как круто, надо уметь поправлять волосы, чтобы при этом... Ну, у него вся партия была такая, то, что он мог делать что угодно. То есть он даже не играл иногда. Бывали такие случаи, когда он не подключал бас просто. Знаешь, вот как вот эти вот легендарные истории про Сида Вишеса. Вот, хотя он на него нисколько не похож, но он косил под него, походу. Потому что он не подключал бас и пил пиво после концерта. Это был повод побухать. Вот. А так вообще в электронном варианте очень разнообразная музыка играется. Не, ну я к тому, что вот это тоже вообще-то электронный на минуточку вариант. Глеб, мы пробуем просто. Если взять вот это вот, то, что сейчас вот играем, какого? И то, что обычно играем, то это... Совершенно разная вещь. Да, небо и земля. В обычном электронном варианте там есть, несмотря на то, что мы играем подобие гранжа, там есть глазбит, допустим. Грандкор. Вот. На барабанах там в основном играется гранд-дух. Грандкор и мелодик дэс-метал. Не, вот просто я слушаю все. На гитаре идет гранж. То есть идут жесткие барабаны и гранжовая гитара. Ну, это все надо, я не знаю, на репетицию к вам ехать, да? Да. Наверное, я не знаю, это у него вопрос. Будет концерт, да. Будет, но и такой вариант подбирает просто. Да. Сейчас... Мы думали в Можайск поехать, но по финансам оно не укладывается, конечно. Да, мы оба семьянины, вот, маленькие дети, да. И поэтому мы не вкладываемся по финансам на то, чтобы заплатить, вступить в контракт. Вот, и этот Макс безработный вообще. Ребят, кому-нибудь нужен сотрудник, нет? Не, ну это было бы глупо, конечно, платить за то, чтобы выступить. Ну да, это... Нет, это не глупо, это нормальная позиция, на самом деле. В Москве, когда выступали, мы постоянно там насчет финансов
проходил там выкуп билетов, там потом. Это нормально. Сейчас это практикуется очень больно. Мне кажется, можно полчасика подумать головой и сделать все наоборот. Не, ну можно на улице, в принципе, с генератором выступать. Тоже было. Не, а вот вы подозревали когда-нибудь, что можно бесплатно абсолютно вот типа такого концерта найти? Да, делали. Ну вот. Кстати, можно, Глеб, я скажу, примерно год назад это было, да? Перед тем, как здесь квартирники получились, первый опыт был именно вот с ребятами, только они по-другому назывались, и это было в молодежном центре. Да, был несколько другой состав. Евгений на мне экспериментирует периодически. Да. Увлекает меня во всякие такие штуки. Интересно. Давайте еще одну, и я думаю, все, на сегодня, на самом деле, уже сил нет никаких. Да и отдохнуть хочется. Вот. Сейчас будет. Что далеко ходить. Последнее время довольно часто исполняю, короче, не моя песня, вообще не песня. Вообще стих Есенина. Вот. Но мне понравилось, как один коллектив ее пропел, и захотел сделать что-то подобное. Просто нравится песня. Тихая, спокойная. Хоть почему что-то не получилось, почему что-то не доделалось. Просто еще раз спасибо, я думаю, мы еще как-нибудь появимся и тогда что-нибудь поинтереснее сделаем. Мы надеемся, то, что перед этим вы услышите нас в электронном варианте для того, чтобы сравнить, да. Просто, что вот сегодня было и что мы играем обычно. Просто...
как я уже говорил, то, что это как будто два разных состава вообще играют, два разных жанра. Там вообще гранжуха идет. Вот. Какая-то такая альтернатива 90-х с какими-то премиссиями непонятных звучаний, работа на шуме и, ну, и эмоции, конечно, тоже там присутствуют. В общем, еще раз спасибо. Спасибо, то, что приняли. Спасибо.